Приветствую вас на канале Asmo The Play. Мы играем Человек-паук. Доктор Майклс, прошу прощения. Как вы узнали мой номер? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применят в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространит. Давайте смотрим, что нам сюжет предполагает. Дыхание дьявола пропало. Дыхание дьявола забрали. Бы МДЖ сказать. Азиат смылся. Это Мэри Джейн Уотсон. Нас обвинили. Какие мы хреновые супергерои. Что ты задумала, МДЖ? МДЖ, ты вообще в меня веришь? Верь в меня. Вот куда ты собралась? Стэнлиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Кстати, может, центральный вокзал красивый. Сообщить о своих планах? Тут. А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Много красивых фильмов было снято про этот вокзал. Ну-ка. Вот это, наверное, искали. Чтобы распылять. Круто. Ну что, я уже нашел, что искал. Защита, вот, бронезащита от всего, от пулевых ранений. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии, способные вернуть нашим рекам и морям первостанную... Вот что искали, наверное. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь... Как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Зарубили топором. А что на вокзале делают технологии? Вот кто мне скажет? Разработки. Что им на вокзале делать? Тем более, так вот, чтоб любой мог взять. Опять хотят навести шороху. Офис мэра Осборна? Я могу услышать мэра Осборна. Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Кстати, где-то я это видел, зараза разносилась из центрального вокзала. Может, в фильме это было каком-то. Скорее всего, фильм какой-то снимали. И я где-то видел это, что... Встречаемся на вокзале, надеюсь, на твой лучший костюм. Ой, где-то что-то работает. МДЖ, я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Осборна, заставив его неудачно выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Ну, дрон вижу. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Юго-западный угол. Иду туда. Я как спиной-то вижу. А я тебя вижу. Ну, а ты ловкий парень. Еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. Так.
Я готова. Пошла. Ну давай. Ты отрывай свою жопу-то. Так, давай. Я просто так не сдамся. Вот ты дебил. Вот ты валенок. Из-за таких петушар все и рушится. Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда вовремя. Как? Сначала отпустите его. Надо пристрелить его нахрен. Он же дебил. Сам же не знаю даже, что делать. Так, ну планшет-то я забрал, кстати. Так что не надо. Баночка. Так, забирай его. Они идут, прыгай за ограду. Хоп. Нельзя, чтобы они видели. А куда я сваливаю-то? Ого! Дроны, в укрытие! Планшет у тебя? Да. Тогда скорее. Ладно, сейчас. Отключай. Ну уже, давай. Почти. Сейчас зелеными загорятся. Нет, белым. Готово. Немножко ошибся. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Что за безумная баба? Начнем сокращать их численность, только тихо. Еще слишком близко. Сработало. Хватай. Так, вот так вот будем работать. Подвесил. Ладно. Красота! Так, ладно. Проход открыт. Смотрим, что мы видим. Бей! Давай. Этого заберешь. И можно вот этого даже забрать. Давай. Опа. Новогодние игрушки. Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Так, подожди. Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению города? Так. Сейчас другого еще надо будет забрать тебе. Вали его. Пока все нормально.
Ой-ой-ой. Давай. Так, этого убрал. Как их много там уже висит. Бей. Так, а я их не вижу еще. Сейчас посмотрим с этого края. Не слышишь, да? Ты не хочешь, да, помирать никак? Ладно. Обойдем это все дело. Чемоданы. Ну. Да, кстати, там единственный стоял. Лошарик. Где репортер? Да тут я, туточки. Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают. Контроль в руках. Но мы не Если она ушла. Бу, там не уходил. Мы не можем дать ей уйти. Включайте таймер. Ой-ой-ой-ой-ой. Две минутки. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Да отойдите. Меня это раньше не останавливало. Так, что там у тебя? Вижу четыре провода. Два синих, один желтый и один красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. Нашел. Так. Похоже, синий идет к батарее. А желтый к вентилятору. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Где ты, где ты? Так, первый отключен. Теперь второй. Второй. Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть. Все, обезвредил. Ух ты. Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Так, а как я людей-то? Что, я мостик создал? Я расчищу путь. Постарайся не шуметь. Хорошо. Так, ладно, для начала. Сделаем похищение. Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. Да блин. Так. Потихонечку будем похищать их. Зачем Ли так упорно наводит ужас на Нью-Йорк? Подожди, подожди, подожди. Так.
Пока все получилось. Ой-ой-ой, кто-то меня хотел заметить, да? Подожди, у меня тут вот для вас подарочек. Давай, толстого привяжи. Давай, опа. Так, справились. Еще разок, где вы? Туточки, вы туточки, да? Так, 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 так. Тебя подвесим. Потихонечку, чтоб никто не видел. Где еще кто остался? Вон они вы. Куда ты пошел? Оп. Так, Джей, пора идти. Хорошо. А что, последнего, да, загасил, что ли? Все следуйте за мной. Ой. МДЖ, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага. Подожди надо. Минутку. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МДЖ. Интересно, что она сейчас думает обо мне? И... Стой, стой. Подожди. На. И на. А теперь интересные факты. Подожди. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Вау. Да, ну-ка, давай, согласен. Давай, давай. Сейчас таких уже не делают. Вот это настоящий прилепили. Старой школы. Короче, я могу байки травить весь день, но мне нужно не дать вашему придурочному боссу разрушить город. Пора закругляться. Да. Ой. На. Ли планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Платформа открыта. Наверняка Ли где-то. Спокойно. Вау. Давай. Поезд тронулся. Ли уходит. Так.
Бой с боссом, да? Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Да подожди ты. Ага, вот так. Вот так. Подожди. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Ты у них что, жизнь забираешь или что? Подожди. Пока лучше не приближаться. Он ранен. Давай. Начинает уставать. Да подожди. Он уязвим. Бей. Бесполезно. Надо дождаться момента. И дожду нужного момента. Бей, бей его. Эту паскуду. Вы больны. Я могу помочь вам. Ай-яй-яй. Откуда в тебе-то столько сил? Ты-то не супергерой. Блин, а как мне, делать... как мне жизнь-то пополнять? Мне нельзя сделать больно, больше нельзя. На. А электрический щиток все-таки. Ага. Че, электричество тебе не подвластно? Нет, и ладно. Тормозим мы тогда. Вот такая штука. Ну вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? А что, так тоже можно было, что ли? Вот так вот. Вывели на чистую воду, так скажем. Следующая станция – тюрьма. Да. Все-таки самый опасный, я так думаю, будет Оптимус у меня. Враг. А еще этот, который бронированный, которого пуля не взяла, вот тот тоже. Ну все, бомба у меня. Враг за решеткой, зло повержено. Ух ты, репортеры, репортеры. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. Понятно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. СМС-ки.